Ребятки, всем привет! Всем здрасте! Сегодня мы выехали командой на Аршинский мох. Проверим, как он там. Да, смотрите, какая погода-то. Чудная. Снега на Аршинском мху. Итак, мы приехали на место. Давайте посмотрим, кто тут у нас уже есть. Сегодня у нас соберется около 6 машин. Где-то человек 12-13 будет. Так. Из разных регионов все собираются. О, уже две машины стоит. Да, две машины уже стоит. Это какие мы молодцы. Опоздавшие самые. Так, а кто у нас тут стоит уже? Это Юра стоит. Из Волочка, вы его все помните. Мы ездили, это кит-комплект. И Владимир. Владимира вы все тоже уже видели. Так, так, так. Ну вот, всем здрасте. Здорово. Все по погоде. Приветствую. Здорово. Здорово. Вы, походу, со вчерашнего вечера здесь уже стоите. Боялись опоздать. Все, ребята, у нас остался Алексей из Рязани. Пока три машины здесь. Алексей у нас едет еще, только выехал из Твери. Они где-то, думаю, будут через полчасика. А мы поедем на точку выгрузки. Мы им ее скинули, и пусть они нас догоняют тогда. В круге нашем прибывает. Еще один шерп. Спали. Ой, что это? Это зип. Зип? Мы его не будем с собой брать. Молодцы, смотри, с зипом приехали. А брать с собой не будем, да? Если что, доедем. Понятно. Если будет на чем, да? С годами мы начинаем понимать, что зарабатывая на жизнь, можно пропустить саму жизнь, не побывать, не увидеть, не успеть и не повторить. Желая перейти на новый уровень путешествий за гранью дозволенного всем, сделайте один небольшой, но очень важный шаг. Перед покупкой вездехода «Шерп» позвоните нам. Мы поможем правильно открыть ранее недостижимые горизонты. Команда «Герасим Шерп. Жизнь в путешествии». Начали мы движение до точки, где у нас будет расположен лагерь, километров 15. Ну и я думаю, что-то за эти 15 километров то произойдет, и мы вам это обязательно покажем. Запечатал у нас вездеходик совсем. Он и забило все щелки, и нам теперь тепло. Хорошо. Как мышки, дорожки полевые. Да. Зернышко набрали с собой, бочечку небольшую. Так, что у нас тут? Все плотненько забито, хорошо у нас. Погода, ребят, снега баба лепительная. Сейчас Мишка себе бабу слепит. Снеговую. Была приятная погода и аномальный уровень воды на болоте. Скажу сразу, ехать было непросто. Месяц или полтора уже лили дожди. В Подмосковье везде воды, вот как весной. Реки из берегов выходят. И мест засадных прям вот хватало. Что вы, собственно, увидите в эту поездку?
вишневка, не ломайте их, объедьте. Прорезали быстро, пытались газовать. Что? Застрял? Чаю на само выйти. Через какое-то время обязательно. Наполняем резервуары. Забегая вперед, скажу, что я так и не смог выехать вперед. Можно было воспользоваться лебедкой, можно было еще подложить под колеса бревна. Слишком уж ребята мясисто разворотили сразу на второй передаче все, весь торф, и цепляться просто было не за что. Поэтому, ну, чем мне нравится вездеходширп, то что он всегда может поехать назад. То есть назад я спокойно мог выехать, но еще долго, минут 15, бился, пытался выехать вперед. Не получилось, увы. Едем дальше. Да, ребят, знатно засадили шерпа. Пришлось лебедку разматывать, потому что мы уже сорвали слой, то, что оставался, и клиренса не хватало. Вездеход почти вертикально стоял, даже с бревнами уже не пошел. То есть надо было изначально правильно это сделать все. Но, собственно, мы за этой практикой сюда и ездим, и для того, чтобы знать, как нельзя делать, надо это нельзя сделать. Малых ее количество. И желательно, когда несколько вездеходов с вами. Все, машина замыкающая движется. Вот я ее вижу на приборе. Вот она идет. Написано Мишаня, но это не Мишаня уже.
Сегодня мы едем на одном вездеходе. Ну, видно, что она движется за нами в нашем же направлении по нашему треку. Очень удобно контролировать. Я вам потом покажу все это. Какого-то моря, океана. Острова Буяна. Не видать ни края. Нас хорошо все скинулось-то. Рубричка шпик, телефон нашла. Хорошо. Окно! Окно! А сейчас поплывем куда-то туда, в туман. Догонять туманы будем. Короче, нам вот туда. Километр за мной. Раз, два, левый, правый. В таком тумане реально идти только по приборам. Собственно, что мы и делаем. Выбираем азимут. Такими темпами нам идти 12 минут. Добрались до берега, и это хорошо. Едьте, едьте. Я говорю, ты замыкаешь, да? Да, да, Юра замыкает. Все, я тебя вижу на карте, просто мне надо понять, что сзади тебя никого нет больше. Так, ребята, мы приехали, ура! Вот сюда встаем, да? Вот так.
Эй, что случилось, брат? Такой молодой, почему волнуешься, а? Как встать? Вот хотите сюда заезжайте, в этот проем? Я просто, чтобы не перебуробить. Хотите тут. Вот сюда, вот можете это встать. Вся поляна тут это. Ну и как? Супер. Это было замечательно. Замечательно прям. Да. Замечательно. Мне тоже понравилось. Оно не напряжная спасибо. Такая дорожка была, да, и в то же время да. С какими-то... Мне вот больше понравилось, где мы застряли. Прям суперски. Так, что-то я вам завтра повторю. Огромное спасибо, нам очень понравилось. Так, где вставать-то? Так, ну а пока готовится баня, у нас есть супер миссия приготовить площадку. Очистить ее, так сказать, от снега. Опа. Опа. Так. Так. Ну и также будем в края сдвигать его. Ребятки, идут тут всяческие процессы, кто чай пьет, кто ест, кто он болтает у вездеходов, кто интернет читает. А я баню поставил. Сейчас у нас будет мировая баня. Эй, а вон там озеро. Озеро сейчас не видно уже, завтра покажу вам. Основное есть, короче, вот тут можно сразу с бани выйти и жопу в озеро макнуть. Плюх! И все. Ну я, правда, туда макаться не буду. Вот такая у нас будет банька. Вот как на Канином было. Там предбанник будет. Должно все быть замечательно. Хотите продать или купить свой вездеход Шер? Звоните. У нас самый крупный ресурс по продаже или покупке вездеходов Шер. Все в одном месте, и это удобно. Обязательно подпишитесь на рассылку, чтобы знать о появлении новых предложений. Мы будем оповещать о каждом новом вездеходе, пока вы не встретите именно свой. Для желающих обменять старый вездеход на новый действуют льготные условия. Едут так же, а стоят дешевле. Сайт gerasimsharp.ru, раздел «Вездеходы. Вторичка». Первая партия тут у нас попарилась. Народу. Сейчас пойдет второй заход. Так, народ, заканчивается первый день путешествия команды Герасим Шерп. Первая команда граждан заканчивает парильные процедуры в бане. Все поужинали, практически все уже спят. Я, не будь исключением, тоже отправляюсь ко сну. В общем, до завтра, до следующей серии. Всем пока. Здравствуйте, люди! Ближе к 3 часам ночи приехал Вадим на новом своем Шерпе Макс, только после жуков гаража. И, в общем-то, мы его немножко чаем отметили. Теперь отдыхают, ребят. Идут последние приготовления. У нас сегодня будет поход по точкам. Поедем мы, ребят, к самолету. Я не ожидал тебя еще в другом месте найти, как под это. Дима. Ну что? Гера, очень приятно. Гер, я на секунду подумал, что у тебя из-за камеры руки были. Не дай бог включиться, что случилось. Как я рад тебя видеть. В лагере останется Герасим Васильевич, будет топить печка, готовить еда и делать баня. Здравствуйте, господа. Я бросал 5 раз кости. Мне выпадало охранять лагерь. А Миша, к моему сожалению, едет со всеми веселиться. А я буду убирать территорию. Ребят, я приоткрою вам небольшую тайну. У него специальные кости, которые выпадают всегда одинаково, постоянно. Хорошо сказал. Все, ребятки, разъезжаются машины у нас. По машинам! Ну что, господа, вы готовы? Очень готовы. Все, давайте, самолет ждет вас. Потом приедете, расскажете. Уже видели, какой брызговик у него модный? Загнул где-то. Все, мы их не увидим до вечера. Сегодня у нас триал до самолета. А это, я так подозреваю, часов на 5-6.
Дмитрий, что вы решили? Я хочу понять, а сколько у нас машин? Сзади еще едет один автомобиль. Марки Шерп. Да, а я пока взял и подкрутил пробочку топлива своего, так сказать, приемника. Понятно. Потому что по совету друзей такое уже было. Лучше закрутить, чтобы туда вода не попала. А нам сейчас пересекать. Совершенно верно. А вы решили прямо так говорить? Стой. Кстати, зачем туда все пошли? Зачем? Ну, сейчас как мы сможем выловить обратно, если они смогут выехать. А во-вторых, Нет, а смысл? Нам надо идти туда. Мы можем объехать, да. Нам туда надо? Да, мы можем объехать, но. Надо сообщить товарищам по рации, чтобы они прекратили. Красиво. Ну, во-первых, это красиво, да, согласен. Нет, вот это красиво. А это просто великолепно. Нравится? Да. Так, ну что, мы продолжаем поиск самолета. Согласен. Покачусь я. С Алексеем и Евгением. Они наступают, посмотри, а. Да. Вот. Наступают на пятки нам. Так. Что, покидаешь? Я еще вернусь. Я гляжу, вы приняли правильную позу для перемещения в пространстве. Можно приспать. Так, господа, мы все-таки добрались до самолета. Заехали мы с лесной стороны по старым нашим дорогам, трекам. Обратно будем выбираться, конечно, по дороге. Очень долго ехали. Воды очень много, везде вода. Ну вот и они. Здравствуйте, да. Самолет. Да, залетал. Отставшие члены нашей команды находят сложные витиеватые пути между деревьев. Оп! Опа! Ребрышки. Прошу. Судя по размеру, какие-то, ну, очень большие. Говяжьи. Отлично. Так, у нас начинается дорога домой. Ну как домой? К лагерю. На улице темнее. Ребятки все-таки остались у нас доесть свои ребрышки. Барани. Говяжьи какие там у них. Вот. А у нас ребрышки ждут нас в лагере. Две машины поехали на второй самолет, а мы едем в лагерь, потому что ребята нужно ехать. Экстремальный был выход, тряхнуло. Простите. Добрались до ручейка, отсюда нам до лагеря буквально 300 метров. Но какие эти 300 метров, не пожелаешь даже и врагу. Специально выбирали. Потихонечку, ребятки, прилипаем. Господа, как ваши ощущения? Это было замечательно, здорово. Еще хочу. Хорошо. Так, а тут у нас Герасим Васильевич. Здравствуйте! Дежурство у меня в лагере. Ну как вы съездили? Слушай, хорошо. Было всякого у нас там и болото, и торфа, и посидели. Застревали? Да, и до самолета доехали. Молодцы. Всякого было у нас. Так, ребятки, две машины у нас уезжают. Давай, пап. Поехал Володя и Юра.
А Мишка все ест и ест. И ест, и ест, а ему все хуже и хуже. Ну все лучше и лучше. Надо же когда-нибудь поесть. Да. У нас рыбка такая. Форелька. Жена у меня насолила вкусную рыбу. Ну, короче, мы бутербродимся. А. И ждем всю остальную банду. Куда-то они все поразъехались по самолетам. Сейчас приедут наши путешественники. Мы же тут баньку топим. Съездили они на оба самолета, проведали. Поводу дров. Чтобы не думали, что мы площадку разбираем. Ребят, мы ходили по лесу, искали сушину. Мишаня нашел вот такую брусину целую. Лежала. Что она гниет, на улице лежит. Мы ее на дрова забрали. Скорее всего осталось, когда строили эти площадки. Брус остался. Да, погодка шепчет. Ветрище. Вот дождик набегает. И ничего. Палатки стоят, раскрепились. Баня натопилась. Свет у нас горит. Все как днем. Все как мы любим, ребята. Все как мы любим. Сейчас барашку пожарю. Приедут наши путешественники, исследователи. Две машины уехало. Уехал Володя и уехал Юра. Одна машина осталась на самолете на первом. Что-то они там какой-то шашлык делают. Макс остался там. Шерп Макс. У нас в команде появился второй уже. И Рязанский и Дима поехали на второй самолет. Сейчас уже возвращаются. В общем, ждем их. О, ветрища, шквалы налетают такие, что... Ой. Эй, елка горит, блин, вон, искры летят, блин. Шух-шух-шух. Ой, а здесь хорошо, тепло, красота. Есть красота у нас. Мы систему переговорную испытываем с Мишаней. Чтобы можно было в разных вездеходах, находясь, спокойно разговаривать. Ну, на расстоянии там метров 500. До 500. На открытой местности до 1200 метров, говорят, можно. Система для судей. Делается рефери-система. Интерком. Новости вторички. На сайте gerasimshark.ru вы найдете уникальное предложение. Посмотрите на эту машину. Полный тюнинг от Жуков гаража. Стоимость всего тюнинга более 2 миллионов. Стоимость этой машины с малым пробегом и в отличном состоянии 5 миллионов 500 тысяч рублей. Плюс торг на месте осмотра. Машина находится в Ростове-на-Дону. Торопитесь. Таких предложений больше не будет. Также у нас вы найдете различные вездеходы под любой вкус и кошелек. Заходите в раздел «Вторичка», подписывайтесь на рассылку, если ничего не нашли сейчас. То, что вам понравилось и подошло по цене. О, приехали! Чепушественники наши. Не нашли, мы до самолета не доехали. До второго? До второго не стались, например. Ну, что сцеплением воняет? Нет, сцеплением не должно вонять. Поломался? Нет, накатность такая, что-то прям это. Кого-то трофи прошли еще раз. Да? Я смотрю по часам. Хорошо поездили? Ну, часов, наверное, мы 8 дали точно. Молодцы. Так, так, ребятки. А мы, видите, тортики кушаем. У нас Димас купил шерпа себе нового. А, горячий ключевский. Буратино. Зачем на Буратине олень, рубль и буратино? Какая связь? Фиг поймешь. О, ребята, прошел еще один день. Завтра будем завершаться. Будем разъезжаться. А так я считаю, что все прошло очень интересно. Замечательно. Я, правда, сегодня был дежурным. Вот, по лагерю. Мы попарились в баньки сегодня опять. Всем все понравилось.
Ну а пока у нас Герасим Васильевич был главным дежурным и сторожем лагеря, вся остальная команда в составе 5 машин совершила марш-бросок до самолета, и все благополучно вернулись обратно. Некоторые уехали по делам, остальные получили огромное удовольствие от посещения банного комплекса. На сём наш день был успешно завершён, а сейчас мы будем отсыпаться. Ребят, когда Мишаня говорит «вся команда», это имеется в виду, что количество машин, у нас их 6 в этот раз приехало, вся команда у нас сейчас насчитывает где-то 14 машин. В любом случае, все одновременно собраться не могут, потому что у кого-то дела свои, там где-то есть прочее. Кто-то хочет там персонально поездить, еще что-то, ну, то есть без какой-то толпы. Люди, запросы разные и интересы разные. Кто-то вообще просто сам по себе там в команде с кем-то познакомился и катается уже даже без нас. Поэтому команда, она несколько больше, а собирается вот одновременно всегда, ну, 5-6 машин в среднем. Ну, это такое оптимальное количество, чтобы можно было и ехать более-менее комфортно, и отдыхать, всем собираться. То есть самое главное преимущество, то, что это вы не остаетесь один на один с машиной. То есть это вы покупаете технику, покупаете вездеход, и вы всегда в движухе. То есть если вам позволяет время, там, заботы, прочее, вырваться, то всегда можете выехать с командой и поучаствовать в каком-то мероприятии. Например, вот какая-то такая дружеская тусовочка получилась. Морж спит 11 часов. Все дрыхнет. Другой морж проснулся на 2 минуты раньше. Как я? Красавчик. Печку собираю. Сажа летит, блин. Вся морда в саже. И у нас люляшки-то получаются вкусные. Сейчас будем завтракать. Уже почти все разобрали. Всю баню. Мишаня вон там мусор ждет. Димас уезжает. И мы на двух машинах останемся, поплывем тут. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Ну вот, Димку мы проводили. Точно. И сели кушать. Меньше народу, больше люляшек. Есть мысли остаться еще. Да. Имеется. Мы не видим смысла. Сегодня мы не видим смысла уезжать вчера. Да? Да. Ну, как у нас имеется секретный запас люля. Да. У нас же баранины 6 кило. Много, да. не только люля, на самом деле. 6 кило баранины еще ел. Сейчас бросим точку, да. Мы соберемся снова. Просим. Продолжается у нас сборка лагеря. Прошло еще полчаса, бани нет. Лениво собираемся, чаю накипятили, поели. Поели, теперь собираться вообще лениво. Все, лагерь у нас почти собрался полностью. Мусор весь убрали, что горит, сожгли. Что не горит, в мусорные мешки, и сейчас увезем. В общем, за собой оставляем чистоту. Как и было, может быть, даже чуть-чуть лучше, потому что мусор собрали весь. Так, ну что ж, все. Лагерь убран. Костер сейчас догорит, и мы уезжаем. Спасибо всему месту, что нас приютило. Красотища. Да, красота. Нам сейчас вон на тот берег в тумане, который. Пойдем туда против ветра. О, хорошо. Еще один выезд команды Герасим Шерп прошел успешно и удачно. Всем все понравилось. Правда, продуктов накупили столько, что нам пришлось увозить отсюда больше, чем мы сюда привезли. В следующий раз вообще ничего не купим. Пока не съедим, и опять полный холодильник не вернемся. Да. Следующий выезд, ребята, пока все не съедите, будете здесь, никого не отпустим. Так. Вон этот груз валяется. Кольев там наложили, если мы ездили. Ну, бобры нам накидали здесь кольев. Закрывай. Два с половиной километра, ребят, плыть до соседнего берега нам. Против ветра, против волны. Такая у нас загрузочка. Все отлично. Идем домой. Все ближе и ближе. Вот вроде бы рядышком. 1,6 километра до берега идти.
наконец-то! Наконец-то мы дошли до берега, хотя до него еще 100 метров. Ребята, смотрите, клюквы сколько. Ух, ух. Вот мы взяли себе пару баночек на компоты Гергерычу. Ну вот мы, ребята, дома. Завтра помоем вездеход. Сейчас поставим палатки для того, чтобы они просохли. Все сырое. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока.